ДТП в Киеве на улице Стеренко возле Московского проспекта напротив Фридома. Водитель автомобиля «Шкода» врезался в грузовик, который стоял на проезжей части в правом ряду. Чудом обошлось без пострадавших. Сейчас работает на месте полиция. Оформляет ДТП. Водитель, к счастью, травм не получил. Сейчас готовится эвакуация разбитого транспортного средства. И подсветку сейчас, запись видео, обеспечивает фонарь Alight Pro Seeker 50. Вот такая вот крутая моделька компактная, которая фактически представляет из себя мощный карманный поисковый прожектор на 3000 люмен с диодом XHP70. ДТП в Киеве ночь с 15 на 16 декабря 2017 года, улица Семена Склиренко, съезд с Московского проспекта. Здесь водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и залетел под припаркованный грузовик. Фуру, которая стояла в правом ряду, к счастью, обошлось без пострадавших. На месте работает полиция и уже готовится эвакуация разбитого транспортного средства. Будьте осторожны, друзья, ночью следите за дорожной обстановкой, подключайтесь к нашим каналам в Телеграме, в Вайбере и обязательно к Инстаграме. Всем удачного вечера! Готовят эвакуацию разбитого транспортного средства. Затягивают сейчас «Шкоду» на эвакуатор. Это улица Семена Склиренко, ДТП. К счастью, без пострадавших. Будьте осторожны, друзья, придерживайтесь ПДД. Никогда не нарушайте. Помните, даже ночью могут быть такие вот прикрые печальные аварии с участием транспорта.